Держи. Срочное обновление к вчерашнему объявлению. Ребят, многие не прочитали описание и начали свои текст для открыточек писать в Donation Alerts. А я его не читаю, пока не включаю компьютер. Я не знаю, как вам отправлять, куда и вообще кто вы и откуда. Поэтому текст для открыточек после доната в Donation Alerts надо присылать мне ВКонтакт. Это Ника Зубра на русском языке написать. Ссылка в описании. Или на почту zubrazebra@rambler.ru. Не в Donation Alerts, не куда-то еще, не в Инстаграм. Инстаграм я вообще не читаю. Только контакты, только электронная почта. Вот так вот. Потому что несколько человек мне написали именно в Donation Alerts, и я не знаю, куда отправлять ответы, куда мне фоточки слать. И, ну, я действительно его как бы не могу оперативно прочитать. Вот. А мне надо видеть ВКонтакте, либо на почте в этой самой Зубра-Зебра. Вот. Поэтому, пожалуйста, читайте описание к видеороликам. Я там оставляю ссылки, инструкции, все такое, когда это необходимо. Если что-то не сказано в видео, обязательно написано там. А не забивайте, пожалуйста. А то я не знаю теперь, что делать и как с этим быть. То есть у меня есть заказы, а куда слать, не знаю. А публично я их видео не показываю и не выкладываю. Это все приходит вам в личку, туда, откуда вы написали. Соответственно, в Donation Alerts я не могу написать в личку, когда вы написали. Да, Лучик? Вот. Поэтому напишите мне, пожалуйста, продублируйте ВКонтакт или на почту zubrazebra@rambler.ru. Будем исправляться. А так, на самом деле, у меня уже сегодня 10 штук, вчера было 5. То есть сейчас елочку с улицы заберу и будем фотографироваться.